Всем привет! С вами Светлана Никичук и вы на моем YouTube-канале. Сегодня готовим с вами мой самый любимый и полезный завтрак. Творог в тесте фила. Поехали! Итак, берем любой творог, лучше всего брать необезжиренный, хотя бы 5% жирности, лучше всего домашний. Берем твердый сыр и натираем его на терке. Добавляем сыр к творогу, мелко нарезаю укроп и добавляю зелень к сыру и творогу. Я беру тонкое тесто фила. Я думаю, в каждом супермаркете вы его найдете. Это тонкое бездрожжевое тесто. Выкладываю на тесто начинку. Аккуратно формируем конвертик. Выкладываю конвертики на гриль. Но так как это тесто очень тонкое, я его не накрываю. Я буду его обжаривать с каждой стороны поочередно.